Здравствуйте, дорогие друзья! Я Нина Тарасова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Новый год к нам мчится, и скоро все случится. И поэтому сегодня я решила сделать такой, записать видеообзор своих зайчиков. Следующий год – год кроликов, но мы всех кроликов называем зайчиками. Или зайчиков называем кроликами. Вот. Покажу вам всех своих зайцев, которые у меня есть в наличии. Вот, и ну, что-то увидите впервые. Кто-то, наверное, уже видел моих зайчиков. Ну, пусть они останутся на память вот в этом видеоролике. Итак, начинаем показ. Первый зайчик вот такой. Я не помню, когда я их вязала. Кто раньше, кто позже был связан. Ну, вот этот зайчик был связан у меня еще летом. Вот, я еще работала и связала на работе вот такого зайку. Ну, простенький, примитивный, простой совершенно зайка. Вот, ну, сами видите, да, лапки верхние вязаны, ушки ввязаны, ножки вот такие вот простенькие. Сзади такой вот хвостик симпатяшный. И вот такой вот зайка симпатичный у меня проживает. Так, буду ставить, не знаю, войдут ли они у меня все сюда, но пока будем ставить их на это место. Так, следующий зайка у меня связан из вот такой плюшки. Солнышко сегодня у нас светит. А на улице мороз, 30 градусов на улице. С утра было где-то около 35. Сейчас уже маленько солнышко выглянуло, чуть-чуть потеплело до 30. Вот такой зайка. Зайка может сидеть. Вот так вот. Связан с плюшки. Ну, тоже здесь ножки цельно вязаные, лапки ввязанные и ушки, не помню, пришитые или ввязаны уже. Уже не помню. Ну, вот такой вот милашка-зайка связан. Кстати, размеры. Я не говорю вам размеры. Давайте я скажу размеры. Так, этот зайка у меня где-то 24-25 сантиметров. Вот в таком положении. А этого сейчас замеряю. Так, а этот зайка у меня, ну, где-то 21 сантиметр. Вот, буду их ставить, не знаю, войдут, не войдут они у меня все. Так, ну, это вот у меня летние зайки, которые связала. Потом я успокоилась и начала вязать вот уже ближе к осени, ближе даже к зиме, я бы сказала, да. Оглядываюсь вокруг и смотрю, кого я связала первые сначала. Вот такого зайку я связала. Связан, кстати, он из шерстяной какой-то ниточки, как видите, он прям волосики торчат, шерсть торчит. Вот такой вот зайка милашка получился у меня. Вот тоже симпатичный. В ножках здесь вставлена проволочка, в ручках вставлена проволочка тоже, то есть ручки, ножки гнутся. Ну, вот такой вот зайка милашка получился. Сейчас мы его замеряем. С ушками он где-то больше 30 сантиметров, а до ушек где-то 21 сантиметр. Вот. Вот такой зайка. Так. Будет ли он стоять, я не знаю. После этого зайки связался серый зайка. Вот такой. Ушки здесь у него немножко другие. Вот. Вот такие висячие ушки у него. Ну, тут ножки немножко изменила ему. Но, в принципе, сам принцип тот же самый. Также проволочка в ручках вставлена и в ножках. Вот такой вот милашка-зайка получился. Так, и размер этого зайца 22 сантиметра. 22 сантиметра. Так, вставай рядом с Дедушкой Морозом. Так, следующий зайка вот такой. Тоже девочка. Все они у меня в юбочках, в каких-то платьях. Этот даже в штанишках, таких шортиках. Ну, такой наряд я ему сделала, соорудила. Хвостики. Ну, вот тоже такой милашный зайчик.
милашный зайчик получился. И размер, ну они примерно все один размер, примерно 22 сантиметра до ушек, и с ушками где-то 30-33, наверное, сантиметра будет с ушками. Вот, ушки эти можно, в принципе, отутюжить, но я их не утюжила. Их можно маленько так вот по-разному поставить, положить, как-то так повесить эти ушки. То есть, ну, вот такой вот зайка получился у меня. Так, и затем еще один зайка у меня был связан, по которому я сделала мастер-класс. Я его сегодня продала. Он у меня сегодня ушел жить в другой дом на подарок ребеночку. И потом у меня пошли зайцы. Примитивные, совсем примитивные. Вот такие. Вот такие вот зайчишки получились. Это спицами связан заяц. Здесь я ему сделала небольшую тяжечку. Вот. Глазки, бусинки. Шапочка снимается у него. Вот такие смешные уши у него. Вот. Их можно положить. Вот так вот. Ну, вот такой. Можно их так вот поставить. Вот такой вот зайка-милашка получился. Вот такие лапки. И вот такие верхние лапки. Здесь нигде ничего, никаких проволочек, ничего нет. Ну, вот такой вот зайка. Размер этого зайца 15 сантиметров и с ушками где-то сантиметров 22. Вот, вот такой зайенька получился у нас. Так, ну и я не успокоилась, продолжала опять вязать. Решила связать маленького совсем зайку. Вот, вязание здесь круговое идет. Здесь у меня на 48 петелек, а здесь, по-моему, не знаю, наверное, 24, по-моему, в два раза меньше. Сейчас я уже не помню, конечно, но примерно так. Также такие же уши у него. Здесь только я их пришила рядышком прям совсем. Поэтому в шапочке тоже одно отверстие связано здесь вот. Для сразу для двух ушек. Вот, шапочка тоже снимается. А свитерок это такой вот воротничок вывязан. Вот, вышила здесь снежинки ему. Хвостик. Вот такой. У этого тоже, по-моему, такой же хвостик вязаный. Вот, вот такой маленький-маленький зайка. Этот совсем малипуся, 12 сантиметров. Ну, с ушками, конечно, сантиметров 18. Вот такой вот маленький зайчик. Так. Затем я связала вот такого зайчика. Это тоже мастер-класс на этого зайчика есть. Вот. Спицами зайка связан. Ну, такие мне они прям понравились, такие зайки. Здесь я уже сделала вот такой хвостик ему. Вот. Шапочку я не вязала на этого зайку. Вот. Ушки у него вот такие связанные. Ну и, в принципе, вот так пришиты у него лапки снизу, ну и вот здесь так вот верхние лапки. Лапки тоже можно, вот я знаю, вяжете сейчас, смотрите сами, можно их покороче делать, можно длиннее, как хотите. Ну вот такой вот зайка получился, тоже симпатичный, мне очень нравится. Здесь с детской новинки связан, вот это белый цвет детская новинка, это Ализе Супервош, остатки с носочной пряжи. И я ее немножко начесала. Вот, немножко начесала. Ну, вот такой вот зайенька получился. Так, размер этого зайки у меня 15 сантиметров до ушек и 20 сантиметров с ушками. Вот такой вот зайка. Попрыгайка. Так, ну и затем я опять же продолжила вязать. И связала вот такого зайка. Вот такой симпатичный зайка. Здесь у меня уже, здесь вот я не помню, наверное, 48 петелек мы вязали в мастер-классе. Здесь на 36. На 36 петелек. Вот такой вот симпатяшный зайка. Здесь я связала шапочку. Шапочка снимается. Вот шапочку можно снять. Вот такой зайка без шапочки.
Ушки тоже такие сделала, обычные простые ушки, как вот на первых зайках. Вот, и вот такой вот зайка. Лапки здесь покороче вязала. Вот, ну и нижние лапки вот так вот они пришиты. Здесь попыталась вывязать жаккард, но начала поздно. Надо было чуть-чуть раньше начать, поэтому под воротничком здесь как бы не сильно видно. Вот, ну ничего. Так, шапочку сейчас мы оденем ему. В шапочке также есть отверстие для ушек. Шапочки связаны очень просто. Прямоугольник связан. Вот. Здесь потом шов идет. И помпон пришит. И сюда веревочки. Вот такой вот зайка получился. Здесь я еще обвязала столбиками без накида. Вот так вот по низу. И вот такой вот зайка получился. Так, следующий зайка вот такой вот у меня. Нежно-розовый. Тоже симпатичный, красивенький. Так, что-то хвостик у меня. Хвостик неровно. Где-то почему-то. Сейчас только обратила внимание, что хвостик надо чуть-чуть вот сюда вот привязать, пришить. Ну ладно. Так, вот такой вот зайенька получился у меня. Тоже здесь шапочка снимается. Здесь ушки другие у него. Вот такие ушки другие здесь. Ну а так шапочка тоже связана. Здесь только здесь вязалась у меня лицевой гладью, а эта шапочка связана платочной вязкой. Вот такой вот зайка. Тоже он примерно, сейчас скажу, сколько сантиметров. Даже где-то 14 сантиметров нету до ушек. 13,5. Ну и с ушками 17. Где-то 17-18 сантиметров с ушками. Вот такой вот зайка. Так, да? Так, ну и на этом зайки у меня закончились. И затем пошли у меня котики. Когда я вязала вот этих первых еще зайчиков, вот этих с ушками, вот, взяла вот эту ниточку, решила связать. Ну, цвет такой получился у меня не зайчий, да, и решила связать котика. Ну, пусть будет котик. Вот такой вот котик у меня получился, или кошечка. Кошечка-морфушечка. Лапки тоже здесь проволочка вставлена, и в нижние, и в верхние лапки вставлена проволочка. Вот такая вот кошечка получилась, красивая, да? Вот, и теперь еще покажу вот такого кошечку, такую. Кошечка или котик. Вот такой вот симпатичный. Очень мне нравится, он такой пузатенький, толстощекий. Шапочка тоже снимается у него. Вот такой симпатичный котик. У меня их было два. Сегодня у меня одного забрали. Вставлю здесь фотографию. Посмотрите. И вот такие вот красивые котятки у меня получились. Тоже, еще раз говорю, вяжутся буквально за вечер. Вот. Можно по-разному вязать. Можно, вот как я зайцев вязала с воротничком. Можно связать просто штанишки с лямочкой. Шарфик можно связать. Можно без шапочки, можно с шапочкой. Но я вот связала вот таких вот котиков-колобков. Шапочки. Вот. Вот так вот симпатично так смотрится этот котик-колобок. Вот такие зайцы у меня в наличии. И зайчики, и котики. Поэтому, если кому надо, обращайтесь. Обращайтесь. И в подарок, очень хороший подарок. Прекрасный подарок на Новый год. Такие вот игрушечки. Тоже связано с детской новинки. Вот здесь вот такую ниточку вставила красивую. Ну вот такие вот. Вот такие у меня игрушечки в наличии. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Спасибо, что посмотрели мое видео. С вами была я, Нина Тарасова. До новых встреч.
в новых видео. Всем пока-пока!